Так, первый завтрак у нас прошел рано-рано утром. Кашку покушали. Теперь каждый со своим маслом. Вкусно ли вам? Когда я ем, я глухонем, правильно? И не приставай, бестолковый хозяин. А то ненароком под зубы палец попадет. И камере твоей хана будет. Ладно, ладно, не буду приставать. Так, кушаем аккуратно, тщательно все пережевываем.